Друзья, всем привет! Так, сейчас сделаю на себя. Привет, привет, присоединяйтесь. Наконец-то у меня появилось время для прямого. Как видите, я не дома, ну, точнее, дома, но в другой квартире. Я вот читала комментарий ваш. Да, я одна. Я одна, мне... Супруг сделал такой, не знаю, как сказать, подарок, или как, предложил одной поехать сюда, выспаться, посидеть в тишине, потому что самоизоляция с тремя детьми – это очень сильная нагрузка на мам, вот, как сыночки, нормально. И для того, чтобы набраться сил, нужно все-таки побыть в тишине. Вот я сюда приехала. И мне писали очень многие, типа, а чего вы не ездите в другие квартиры? Хотела ответить на этот вопрос, потому что здесь самый новый ремонт. Здесь уютнее всего. Я буду здесь сегодня спать. Сейчас... О, вот Катюша присоединилась. Мы с Катей сделаем общий прямой эфир, если она захочет. Запрос. Хасанчик, я не вижу запрос. А, вот. А ну-ка. Сейчас мы соединимся с Катей, и поскольку я тут одна. Так, добавить. Хасанчик, я тебя добавляю. Так, стоп. Где моя маска? Так, а моя где? Будем одевать вот. Ресницы или? Я без ресниц надену. Подождите, ребята, привет всем. Привет всем. Так, ну что, с Богом. А ты какой? Ты не моё дело? Нет, вот твоя. Она слишком красивая. Давай в твоей, да, побудем. Давай в ресницах обе. Давай. Подожди, привет. Привет. Дорогие друзья, Юлины подписчики, возможно, и мои подписчики. Вау! Санчик. Ты прикольный. Заходи на огонек. Катя, видела много сообщений обо мне. Да, шо? Как твое здоровье? Расскажи, как твое здоровье, потому что очень все переживают. Днем было очень плохо. Ну, в плане того, что я нервничала, и температурка была небольшая, было плохо себя очучение. Вот, но рада так тебя видеть, и как будто бы исцелилась. Вот, ну, на самом деле, мы только что созванивались, но почему-то... Никогда не проводили двойной эфир. Без масок видели всю правду. Вот, это, ребят, всем привет. Хотела спросить вопрос на засыпку. Особенно у опытных, кого изолировали, куда мусор девать будем? Вот вопрос. Да, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, куда выносят мусор те, кого посадили на карантин. И задавайте нам вопросы, мы ответим вам. Может, кого-то обсудим, Кать? Я видела, сейчас модно, типа, все сидят и кого-то обсуждают. Сейчас очень, знаешь, Кать, сейчас самая такая распространенная тема, во-первых, что все пожирнели на самоизоляции. Абсолютно, я с ними. Я первая. Тут мне уже написали, какая я жирная старая тетка, но ничего. И все потихоньку признаются, сколько наели килограмм. И даже некоторые наши коллеги по цеху, Катя, признаются, что наели несколько килограмм, но все в попу ушло, все в попу. Ой, какая у меня огромная попа. Я сегодня пробовала делать планку и поняла, что у меня стали весь жир удален, поняла? Мышечный корсет слабый, потому что я ни хрена спортом не занимаюсь. Такое ощущение было, что я не свою попу держу, а на меня огромный гамадрил сидит. И я... Ну, полминутки у меня получилось. Да, на спину нагрузка из-за попы большая. Я хотела предложить, если ты осмелишься, может быть, мы с тобой как-нибудь вот такой двойной эфир сделаем и будем делать какие-то упражнения, ну, как-нибудь, если вот ты, например, тоже так изолируешься, и используем этот твой изоляционный день как упражнение. Я буду этот день использовать на ленивые какие-то цели. Я сейчас, знаете, что буду делать? Мы поговорим в эфире, я пойду наберу себе ванку с пеной. Катя, я думаю, что у тебя коронавирус. Наберу ванку. Нет, не подтвержден коронавирус. Я, можно, извини,
Так, про банку спермы... Ой, шучу. Ой, Катя. Банку с пеной ты уже сказала. Я про коронавирус. Коронавирус не подтвержден. Ой, что вы меня так смешите. Официально я не заразна, просто это засадили в заточение. Вот. Ну, честно сказать, вообще, да. Да, все будут, все сбросят после карантина. Все, не переживаем, да. Ать, короче, подумали, что из-за того, что у тебя температура, у тебя коронавирус, а я одна в хате сижу, тоже, наверное, у меня коронавирус. Несёшь мне продукты? Элла, представляешь, Элла, беременная Элла, вот по соседству живет, говорит, Кать, давай я тебе принесу продукты. Я говорю, ты что? Я тебе она не по пустил. Соседству живет? Тоже в Хибаря? Да, в маяке, да. Я говорю, я тебя не пущу, ты беременная вообще. А вдруг не дай Господь что-то подтвердиться. Ну, через 5 дней должен прийти последний анализ на корону, которую брали из горла, мазок. Если у тебя ничего нет, я тебя приглашаю. Я приглашаю вас. Я вас приглашаю. Приезжайте. Я здесь, да, сорвись это дома. Можно я скажу, для тех, кто не знает, вот как я поняла, сейчас, если вы обращаетесь, вызывайте врача, всем привет, и у вас какая-нибудь простуда или ОРВИ поставили, вас тоже принудительно оставляют дома на карантин на 14 дней, как будто бы у вас корона. Вот такая история. Представляете, как классно? Поэтому, как говорится, иногда, может быть, лучше... Катя, написано Катя Пушка, а я прочитала петушки. Петушки ебаные выси. Я смотрю, ты изучила эфир. Да, мы сегодня посмотрели с Лёшей эфир Джигана, и он настолько смешно всех петушатит, что вы... Да вы пидорасы все! Вот, я просто угорнула от души. Ты знаешь, что пишут уже, что они сошлись? Не знаю. Ну, вот так вот сошлись. Вылечили по-быстрому. Ну, смешной эфир. Да, очень смешно. Друзья, задавайте нам вопросы, на какую тему вы хотели бы поговорить. Все спрашивают, Катя, это, ну, как бы мой эфир. Почему я одна? Я отвечу. Окей? Окей. Уехала одна в Новое Пушкино, в нашу 3-ю квартиру. Вы так любите, когда я номерую. Я всегда буду номеровать. Вот, чтобы побыть немножко в тишине, наедине, потому что самоизоляция с 3 детьми это не очень просто. Вот. Что там напишут? А тут личка еще есть, Кать? Ресницы слетели. Стрелки. О, боже, быстрее! Убери камеру с лица, убери. Это позорисько. Я аж покраснела. Ой, испанский стыд. Угу. Когда кто-то делает, это стыдно тебе. Винишко, да. не взяла даже еды. Я буду тут сидеть и не есть, потому что я устала уже есть. Постоянно им готовлю эти кастрюляки. Сама да, я не представляю, сколько твои мужики жрут, наверное. Я сама на себя, если бы готовила, я бы попутала просто. Сама на себя. У тебя сколько пацанов? Добрый вечер, вы замечательные мамочки. Скажите, пожалуйста, после рождения ребенка можно потерять что? Внимание, заботу, любовь мужа? Или муж станет больше любить жену? Давай сначала ты ответишь, потом я. Хочешь? Ну, смотрите, я считаю, что перед тем, как... Ну, если есть такая возможность, перед тем, как беременеть, рожать, вот нужно отдать такую честь быть отцом тому мужчине, который с тебя уже пылинки сдувал. Если он всегда сдувал с тебя пылинки, он ни в коем случае не разлюбит беременную, он будет носить на руках, целовать, обнимать. Когда родится ребенок, даже если будешь жирной свинотой, от него никогда не увидишь косого мерзкого взгляда. Он всегда, вот, ну как, вот представьте, ваш муж любимый поправился, вы все равно его любите, это же ваша родненькая. Поэтому, если любящий муж, конечно, такое не услышишь шляпы. Но... О, Давид, привет! А если не любящий, наверное, ну, как бы по-разному бывает. А я, знаешь, смотрю, думаю, мужики появились у меня в эфире, у меня одни женщины. Это мои пришли. Шучу. Я смотрела сегодня, у меня 16% мужчин, ну, вот в этом, в аудитории. Думаю, кто это? Кто эти люди? Теперь я давай на этот вопрос. Будем отвечать вдвоем на каждый вопрос, а потом, если отличается, пусть обсуждают. Давай? Да. А то, ну, это как бы будет меньше
затратно по порче кармы, если мы кого-то обсудим. Да. Я если считаю, что сильно... после рождения ребенка... Что? И, ну, если будут какие-то суперинтересные темы, ребят, вы предлагайте, пожалуйста, мы обязательно, если это будет, ну, как бы по-христиански верно, да, не очень мерзко, мы поддержим, да? У меня мерзкое не пишут. А, вот, смотри, пишут девочки, у вас еще есть родственники, сестры, братья? Вот ты потом расскажешь после того, как я отвечу. Хочешь? Вот. На мой взгляд, для того, чтобы интерес мужа и любовь, его трепет к вам не остыл после рождения ребенка, нужно не забывать, что этот муж у вас есть. Потому что рождение ребенка это, конечно, очень такой значимый... Сейчас как Бурунов, это, конечно, очень такой серьезный поступок. Значит, каждой женщины, в жизни каждой женщины, и она забывает в какой-то момент, что рядом есть... Мужчина, который тоже хочет ласки, хочет любви, всю свою ласку отдает ребенку. Она мужика часто речит на своего, потому что недосып, так далее, так далее. Пишет Леся Маджик. Леся, привет, говорит, бухая одна, теперь не одна, я с тобой. Вот. Хорошая винишка. Что я говорила. И поэтому нужно стараться после рождения ребенка не забывать о романтических каких-то моментах и все-таки, даже как бы вы не устали, уделять внимание вашему супругу. Потом ребенок подрастет. И, наверное, поменьше даже... себя ругать. Какая я жирная свинья. Да? Поменьше это стараться тоже. Себя ругать. Потому что мы думаем о себе и говорим, транслируем, мы ему это заселяем в его башку. И есть же девушки, которые вообще невозможно на нее смотреть, а идет как пава просто. Я всегда смотрю на таких, думаю, молодец. И муж считает ее красивой. Поэтому любить себя. Так, Кать, у нас есть как еще... Как говорит Дилан, Дилан, можно чуть поумничать? Вазим, не Вазим, Вазилим, Вадим Дилан. Вадим Дилан, как говорит, у него есть аудиокниги, очень удобная, очень хороший диктор читает книги, интересно, как сказку слушаешь. И вот как он говорит, что жизнь — это дуальное зеркало, это как будто бы зеркало, которое транслирует то, что ты говоришь в него. Если ты подходишь к зеркалу и говоришь, что ты жирная корова со складками, мерзкая старуха, естественно, оно... Сейчас прям свою боль рассказала. Естественно, оно то же самое транслирует свою жизнь. Ты таковой являешься. А если ты вот методом аффирмации заряжаешь себя, что ты успешная, красивая, ты стройная, несмотря на то, что ты думаешь, господи, что это за объем, как бы получишь от жизни, естественно, то, что ты транслируешь. Не сегодня-завтра уже будешь... с тобой заходить в разные эфиры, потому что мы друг друга перебиваем. Ну ладно. У нас с тобой разная аудитория, видишь, какие мы разные. Кто-то любит тебя, кто-то любит меня. И тем, кто любит тебя, наверное, очень мерзко сейчас смотреть на меня. А тем, кто любит меня, наверное, очень неприятно. Да нет, почему? Я не думаю так, что мерзко. Почему? Вот я же смотрю на тебя, мне же не мерзко. Ты же меня любишь, а они меня не любят. И мои там какие-то, может, тебя не любят. Что за девушка? Да, Юля в новой квартире. Поехала. Юля в новой 10-й квартире. Дай бог, дай бог. Буду вот Юля раз... коллекционер. Она коллекционирует хаты. Вот. Да. Да, у нас есть еще брат. Брат, да. Девчонки спрашивают, у нас есть брат. Он старше нас на 12 лет. Зовут его Влад. Влад, вот расскажи, где клад. Вот. Влад, расскажи, где клад. Да. Влад, где заклад? Знаешь, такое тоже, ну как... Вот что сказать, на 12 лет это большая разница, и получалось, что в жизни мы всегда были, наверное, с тобой, да, очень близкие, как вот одно целое, с братом, наверное, не так близки. Ну, во-первых, он старше, во-вторых, он мужик все-таки, парень. Вот. А мы как подружки, мы и так подружки, мы сестры. Пишет девушке, 4 года с молодым человеком замуж не зовет. Сейчас вроде что-то начал поползновение к тому, чтобы съехаться. Я уже хочу вроде вместе, но отношения избиты. Как быть? Посоветую. 4 года девушка сказала, да? 4 года? 4 года встречаются. Вот, да, и... уже женой 4 года отпахала. Куда еще? Ну, на самом деле, помнишь, как мама нам говорила? Если через год замуж не зовет, значит, надо идти дальше и не тратить на него свое время. Я, ну, наверное, тоже придерживаюсь этой политики, вот. Угу.
Так, девочки, скажите, как бороться со стразами? И три со стразами? Со страхами. Со стразами? Но написано стразами. Короче, берешь. Так, где найти такую маску у вас двоих? Можно я скажу? Где найти такую маску? Что, вас спросили? Где найти такую маску, как у нас двоих? У Юли, это маска с Алибекова. Заходите к ней на страницу, нажимаете там как такая вот панель управления, не знаю, как правильно это назвать, там есть такая мордочка круглая, нажимаете, там весь парад ее масок. Да, пожалуйста, берите. У меня тоже покрывало такое в спальне. Классно. Еще подушки надо купить. Ну, когда я совсем улеглась. Кать, что, я тебе советую, отвечу. Никто не ответил тебе по поводу мусора. Мусора? Девушка написала, из окна выкидывайте, пошли все нахуй. Девушка пишет, если про раки. Ну, мне кажется, зависит еще от вашего возраста и от ваших желаний. Может, вам это не нужно вообще? Например, вот так вот раз, познакомились. Да, в какой-то момент он понял, что вас это устраивает, и все. И вас это устраивало. Вот. Спасибо большое, Диван. Катя, смотри, все хвалят твой юмор. Мой юмор? А и вы мои, да. Хорошие. Что ты очень юморная. Пишут мусор на балкон. Ребята, у меня нет балконов. Они совмещены с проживательской всей площадью. Подожди, это у тебя балконы разобраны, получается, да? Там были балконы? Ну вот там, где были балконы, там снизу стена. Стена и пространство расширено и утеплена внешняя стена. То есть, получается, где был балкон, там у меня стоит стол с косметикой. Диванчик, вещички с Алёныша. Угу. Классно, классно. Очень прикольно. Где вы родились? В Одессе мы родились. Устали сегодня? Ты устала, Кать? Нет. А я очень. Ты устала? Это кто-то спрашивает или ты у меня спросила? Просто спрашивают. Кто такая Мария Порошина и Ярослав Бойко? Кто это? Спрашивают. Ну, это так. Сами про себя сейчас спрашивают. Как вы к ним относитесь? Рады? Что? Ну, не знаю, что читать. Это, наверное, какие-то участники сейчас. Привет, что вы думаете о чипировании? Есть какая-то идея? Ой, какое-то мнение? Вот я тебе расскажу, что я думаю. Да, давай. Какой-то идиот начал распространять эти слухи, что будут всех чипировать. У нас есть знакомый. Мне Тигран рассказывал, что он видел Алианин какой-то то ли эфир, то ли видео, где она подняла истерику, что она не хочет быть чипирована. Короче, такой бред, если честно. Никто никому не пишет, не говорит. Официальных никаких заявлений нет. Это, знаешь, те люди, которые бесплатно рассылают вот эти вот рассылки в WhatsApp. WhatsApp, знаешь, угу. Есть такие люди, которые бесплатно отпахивают на это. Помнишь Кемерово? Леся пишет, у нее собаку чипировали, относится хорошо. Шуба чипированная у меня, кстати, есть. У тебя? Чипированная? Да, да, открываешь, там есть такая фигня, так, как чип. Ну и короче, придумали... А, Артемова. Был же закон, что шубы должны быть только чипированы. Короче, придумали про это... Ну, шубы чипированные должны быть. Там, может, собаку, чтобы не потерять. Но людей никто пока не собирается. И люди, которые, знаешь, ведутся на все эти видюшки, и слишком много их смотрят, у них истерика. У нас тоже есть знакомые с Тиграном, которые прям истерика. Где купить пистолет? Где купить пистолет? Потому что сейчас стрелятся все на... Зачем пистолет? Сейчас резко их всех зачипируют. Ну, я считаю, что это такой бред. Это, наверное, либо когда делать нечего. Вот. Ребят, мы уже все прочли, что Порошина и Бойко — это актеры. Спасибо! Спасибо большое! Пишут и пишут. Вот. Хорошо себя чувствую. Извини, пожалуйста, Хасанчик. Ой, Дианочка моя Соломанова. Как же я хочу подколоть губы и вот это убрать. Диана, пожалуйста, сделай так, чтобы меня выпустили. Все, извини. Она ничего не может сделать. У Черкасова родился... А кто у него родился? А, сын 22-го. Давайте поздравим. Поздравим. Поздравляем Андрея и его супругу. Пусть малыш растет здоровым, крепким, послушным и хорошо спит. Вот так. Блогеры пишут всякую уйню. Можно Лесю прочту? Или ты еще не закончила? Читай, Лесь. Люди верят, вносят смуту, и так в стране пиздец, и еще всякую муть вносят в общество. Вот я согласна с Лесей, то, что люди, очень многие, кстати, я читала в психологических одних пабликах,
в одном психологическом паблике, что, знаешь, такое выражение, слава богу, что кто-то придумал знаки зодиака, теперь свою неадекватность можно спихнуть просто на знак зодиака. Также и они не работают, не могут заработать денег, не могут ничего сделать в своей жизни, но у них из-за этого у них виноват Путин, и виноваты у них правительство. Надо делать демонстрацию, надо свергать власть. Вот это я постоянно слышу. Я смотрела все материалы Алианы на этот счет. Я пересмотрела, какой-то фильм у нее есть про Чипина. Да, я все посмотрела. Ну, я к ней хорошо отношусь. Посмотрела, и я после пересмотренного впала в такую паническую, какую-то страшную, такое облако. Ты поняла, меня что девочки засорили мозги очень жестко, да? Кто-то засрал мозги. Я поняла, что вот это все, что там доносится, как будто мы станем все роботами, и через вышки 5G из нас будут делать роботов, которые потом пойдут и сделают все, что нужно правительству, что нас чипируют, и потом за малейшую провинность будут, ну, мы будем чипированы, денег наличных не будет, и все безналичные деньги по чипу тупо будут отключаться. Вот так вот провинился, и все, иди нахер. Вот. И после этого смотришь, думаешь, все, почему я не дожила свою жизнь, мне придется вступить в это. Ну, как бы прожить это. Страшно становится. Страшно было? Ну, я позвонила Лёше, говорю, что это, расскажи мне про чипирование. Даже мне стало стыдно. Вот. Да, у меня есть мозг, который меня успокоит. Вот, и он... А что сказал Лёша? Ну, что поползновения к этому происходили давно, но никто не будет делать из людей роботов. Просто, допустим, с другой стороны посмотреть, если взять преступников, которые палятся через вышки 5G... Катя, что-то очень смешная, я зануда. Мучайтесь. Буду занудничать. Почему я должна какой делать... Какой у нас дуэт хороший. Да. Кто? Ну, что, напишут, что у тебя в квартире холодно? Ты что в куртке? Шучу, Хасанчик. А у меня окно открыто, я дышу. А, ой, ты гуляешь, счастливая. Я гуляю. Можно скажу, извини, опять тебя перебиваю, я порекомендовала бы просто не вникать в эту шляпу для того, чтобы тупо не нервничать. Тупо. Что произойдет, то должно произойти, и как бы, если будешь петушиться, бояться покупать оружие, навряд ли что-то изменится. Не хочешь чипироваться? Не чипируйся, когда тебе принесут, скажут, давай руку, мы тебе поставим чип. Так, нет, я не хочу. Давай. Дайте лучше чипсы. Вот. Да? Ну, конечно же, все тебя подслушают. Нет, что такое должно быть? Я не знаю, принудительно это, не принудительно. Я вообще не знаю про чипирование. Я знаю о том, что очень многие сейчас говорят, знаешь, о чем, типа, что надо менять власть. Но нет никаких кандидатов, которые бы были вот так вот честны и были бы не такими, как нынешняя власть. Наоборот, доберутся. Помнишь, что на Украине было? Голодные. До власти доберутся, до казны, и будет еще хуже. Поэтому, друзья, жили, как живем. А ну, чипирование, ну... Вот пишет девушка, что чипирование в Библии написано. Но мы же с вами все по-разному можем истолковывать, правильно? Смотри, Катя, вот пишут, что всегда это так бесит. Ну да, вам же за рекламу все привозят, продукты, они рассуждают. Вот, уважаемая Кристина, иди на Дом 2, попозорься там, что-нибудь изобрази. Мы там не позорились, Юль. Мы же, нет, ну, но многие позорятся. Ну, подумаешь, хабалки. Хасан, многие позорятся. А хабалки это тоже позорно. Какую-то знаете, роль как там тяжело было? Нам по 21 году было. Что-нибудь там покажи, к чему-нибудь там приди, чтобы тебя признали, чтобы тебя запомнили, чтобы на тебя в итоге подписали, чтобы к тебе обращались за этими рекомендациями, рекламой, и тоже будешь чувствовать себя нормально, поверь. Вот так вот сидеть, знаешь, пока мы, грубо говоря, попали, ты где была? Ты гуляла, вот. А теперь, конечно, продукты привозят. Ну, надо было пахать. На Доме 2 именно пахать нужно. Эмоционально и физически, когда там драки, да? Вот. Да, почему вот, Хасан? Да. Не, ну, я на самом деле... Почему Хасан? Потому что дед Хасан, товарищи. Тот самый. Знаешь, кто такой дед Хасан, Юль? Конечно, знаю. Я еще не знаю. Ну, это просто Тигран так называл. Кстати, сейчас... Кать, давайте поздравим всех мусульман. Начался самый главный праздник в году, Рамадан. Ну, ты можешь не поздравлять. Поздравляем. Я очень уважительно отношусь, поздравляем. Это вот типа это поста или после поста? В который каждый находит в себе силы держать пост. А вот. И не только. Помогать людям. Ну, как говорится, давайте пожелаем нам всем сил, чтобы все эти испытания мы прошли. Вот. Да.
Аллилуйя, правильно? Смотри, люди разозлились, что мы за рекламу сказали. На заводе иди попахай. Зачем? Ну, я на самом деле тоже не очень согласна, Юль. Ну, вот смотри, можно я тебя очень люблю, но мы всегда гораздо судить со своей колокольни. Но действительно есть люди, которые физической работой очень тяжело... Боже, какая я седая! Зарабатывают очень сложно свою копейку и просто, ну, как говорится, кому-то повезло, кому-то не очень. Я считаю, что нельзя так говорить, если честно. А я не считаю, что кому-то повезло, кому-то не очень. Кто-то живет по принципу, где родился, там и пригодился, а кто-то, несмотря ни на что, вылазит из своей дыры. Мы тоже жили когда-то, Катя, в Копачивке, и могли бы на ферме хорошенечко работать, ходить каждые 5 утра, в 5 утра доить коров. Вот. Так, подожди, седину никак не могу спрятать. Сколько мы испытаний прошли, Кать, перед тем, как мы поехали в Краснодар? Сколько мы испытаний прошли перед тем, как мы поехали в тот же самый Дом-2? Как было страшно, как было обидно, сколько вариантов у нас было, которые мы прошли. А были люди, которые не стали этого делать и остались вот где родился, там и пригодился. А сейчас они смотрят на нас и говорят, сейчас иди просто, на дорогу. Юль, вот правильно девушка пишет, люди потеряли работу. Сейчас лучше я не про сегодняшний день. Я не про сегодняшний день, я про вообще. Понятно, что люди потеряли работу. Ну, сейчас многие потеряли работу, сейчас у многих, многим тяжело, но... Именно про то, что там реклама, не реклама, популярность, не популярность, блогер, не блогер, кто-то идет по пути меньшего сопротивления, меньше тратит нервов, меньше тратит жизненной энергии, попадает в какие-то передряги. Помнишь, как мы с тобой на поезд опоздали? Как мы летели на Дом-2, и когда мы купили билеты уже на Дом-2, и нас отобрали, в аэропорту оказалось, что у нас не оплачен багаж, а в кармане денег нет. Ну, точнее, было 300 рублей. Да, представляете, мы собрали сумму. Нужно было доплатить 400 рублей, чтобы взяли наш багаж. Но мы уже уволились с кафе, в котором мы работали. У нас не было гражданства, мы были без родителей. Мы уж тогда похоронили маму. Вот. И мы в аэропорту стоим и понимаем, что либо мы сейчас летим на самолете в Дом-2, и у нас что-то происходит в жизни, либо мы не летим, потому что нам не хватает 100 рублей. Мы подошли там к... 400, ты говорила вроде. Ну, или что все-таки? Мы попросили у пацана совершенно чужого, по-братски попросили. Ну, это стрёмная вообще ситуация, но мы полетели. И на Украину. Ситуаций было очень много. То есть, ну, как бы... Поэтому вот так вот. Кто-то, каждый сам выбирает свой путь. И самое главное, что надо его ценить. Вот. Давай закроем эту тему. Смотри, как меня закидали. Я заносчивая. Не, ну кто-то пишет, что кто людям мешает стать блогером, вот, например, рекламировать что-то, это действительно зависть там. На самом деле, вот так вот просто взять, стать блогером, начать сам допереть, что такое классный контент, как рекламировать товар, чтобы он нравился, как выбрать правильный товар, говно не рекламировать. Это тоже, ну, ой, какие носки уже. Тоже работа, ну, как бы это тоже изучать нужно, вот так вот. Понятно, что это не профессорские какие-то сложные дела. Поработать на государство. Давайте закроем тему работы, потому что мне, например, стало неприятно вот в такой каше вариться, неприятной, какой-то каша негатива, осуждения, обсуждений. Давайте, может быть, попробуем как-то в позитивное русло увести. Уведи. Вот. Какое может быть позитивное русло? Прислалось... Можно я чуть-чуть о себе скажу? Вот. Давай. Неделю уже не вижу сыночка. Вот, и мама сегодня прислала видео, как совёнок научился делать. Можно я продемонстрирую? Извините, бугоради, вот, но вот так. Ты уверена, что ты хочешь это делать? Не получилось. Надувает слюнку, вот. Пузырьки делает. Да, делает пузырьки, и это настолько мило. Я бы, если честно, скинула бы это в инсту, но просто там... ну, ты видела, Юль, там попадают некоторые предметы в кадр, которые не должны присутствовать... для всеобщего обозрения, имею в виду. Ну, их можно за... Ну, не все видео для инсты, согласна. Что-то же должно оставаться личное. Вот. Как относитесь к Татьяне Африкантовой? Давай. Знаешь, что это? Я вообще никак не отношусь. Это я только помню это видео, где она показывала, как правильно это делать. Я единственное это видео посмотрела. Где она училась. Это с мылом, да? Вот? Не знаю, с мылом, но там... Ты поняла, на гуслях играть. И только вот на это гуслях.
А? Гусляр на гуслях. Вот я только это помню с ней. Ну, мы же ходили там на этот, как его, на субботнее шоу и видели ее, и этот комментировали там. Ну, так в жизни. Можно, можно я отвечу? Раньше Катя была высокомерной, с рождения малыша, прям мимими. Юля почему-то грубая, заносчивая стала, хотя раньше была миленькой. Ребят, я никогда не была заносчивой, это ваше восприятие. Сейчас Юля ответила, может быть, грубо, потому что ей, видимо, часто пишут, что ты инная, рекламная, халявная. Естественно, каждый человек раздражается, есть неприятные вопросы, где заебали просто. Так, правильно я поняла? Просто заебали, да, с этой темой. Ну, может быть, где-то агрессивно ответила. Если мне писали, что я, будучи блондинкой, шалава, шлюха, у твоей сестры дети, а ты шлюха. Вот такое писали, потому что я блондинка. Чем ты это вспоминаешь? Я отвечала грубо, но я никогда не была заносчивой. Вот я к чему хочу сказать, что человек, он либо заносчивый, либо нет. Когда, естественно, когда ты грубо что-то говоришь, человек грубо и ответит. Нет такого, что будет жопу говняную вылизывать, типа я хорошая. Ну, нет такого у нас, в нашей семье не будет. Да? О, обиженки пишут на тебя, что ты грубиян. Я читаю, я немножко так упустила этот самый обиженки пишут. Вы можете писать все, что хотите. Вот вам синие носки. У каждого свое мнение. Ты, кстати, представляешь, вот это вот лежит. Белые носки. А, смотри, как кусок попы огромный. Видишь, вот я лежу, а его видно. Смотри, вот представляешь? Вот это вот. Да нормально. Во. Ой, как хорошо сидишь. Да, очень хорошо. О, спойте вдвоем. Что, не хочешь что-нибудь спеть? Хочу. А? Хочу. Интересно, связь не тормозит, не запаздывает? У нас получится нормально или получится какофония? Давай попробуем. Какую мы последнюю пели? Давай темную ничку. Подожди, темная ничка? Мы же ее уже пели? Я хотела, знаешь, что с тобой спеть? Про в полном разгаре с тобой очень хотелось спеть. Давай. Ну, я просто там не помню слов половину. Я тоже не помню слов половину. Давай тогда ту, которую помним. Давай? Да. Давай. Ты берешь или я? Темная ничка. Остает. Темная ничка, темная. Невозможно. Не получается. У тебя отстает? Или у тебя отстает, или у меня, у кого-то из нас отстает. Короче, проезжайте сюда и здесь споем. Когда будет известно, что у вас нема и коронавируса. Ребят, почему у меня коронавируса нет? Не заносчивый. Давай поспілкуемся украинскую мову. Пише. Прикольно, девчата. Незаносчивый. Ты помнишь? Дякую вам за правду. Дуже люблю ваши песни. Очень давно уже хотела, чтобы мы с тобой записали песенки, такие дуэтные, не обязательно на украинском, не обов'язково на украинской мове. Вот, уже рука просто. А я хотела, знаешь, что сделать? Я хотела, ну, потом, когда это все закончится, приедешь сюда с Салой, а я с детьми, и будем им спевали, а и дивилися на их... очи. Я хочу посмотреть на их реакцию. Да, чтобы они Ралашка мне столько говорит, ну, мам, ну когда вы с тетей Катей уже споете? А вы у меня спрашиваете, а ребенка мама потом отдаст вам? А чё ж не отдаст? Я что, продала его, что ли? Ну, конечно, я и сама побоюсь приехать и к маме, и к ребенку, пока мне не поставили диагноз, что у меня нет короны. Вот. Конечно, такая ответственность. И знаешь, что хотела спросить у подписчиков? У кого-нибудь реально кто-нибудь болеет из знакомых короной? Болеет кто-то? Потому что сейчас идет тенденция того, что люди не верят. Начинают... А хотите, расскажу просто пиздец, извини, перебью. Мне, когда я ж вот эту тему с короной уже несколько дней, когда температура, о боже, и мне девочки стали писать, кто болеет, кто не болеет. Одна пишет, что у нее знакомый пришел, вообще некоторых загребли сложной короной, написали тупо им, что ложная корона. Зачем? Для статистики. А один парень подвернул ногу, его забрали, и в этом, господи, в диагнозе написали, что у него вывих, запятая, коронавирус. Он говорит, зачем вы написали коронавирус? Он: а вам что, жалко, что ли? Ну, блядь, статистики. Для статистики! Смотри, вот пишут, да, болеют, да, есть, болеют. Угу. У знакомые есть, у мужа друг, но он лечится дома.
Ваня звонил, друг наш, рассказывал, что его знакомых забирали в больничку, и когда вот чувака положили на вентиляцию легких, он говорит, ну вы, если вдруг такая тема будет, вы не бойтесь, это не больно, нет такого, что с кровью харкаешься, умираешь, а просто сложно дышать и ставят на вентиляцию. Вот, ну... Ну, не знаю. Вообще, в любом случае, там, даже если... Катя уже родила, пишут. Что? Катя уже родила, пишут, Катя родила. Ты? Да. Я просто выложила фотку у себя. Я на 8-м месяце. Ну, типа, старую фотку, воспоминания. Некоторые подумали, что это моя новая беременность. Поздравляю. Родила, писала, что у нее есть знакомые с короной. Писала, что дети знакомы, да. Дети? Да. Представляешь, какой ужас. У нас вообще врач заболел, его жена на прием. Что-что? На прием пришел кто-то из пациентов заразил. Из пациентов и заразил. Вычислили, кто заразил. Короче... Нет, вот вирус так. Однозначно есть. Однозначно есть. Как мне кажется, однозначно подтасовывают статистику. Для чего? Ну, для того, чтобы, наверное, продлевать карантин, чтобы все подольше дома посидели. Ну, да. Дедушка умер. Предупрежден, вооружен. А еще мне кажется, что вот взрослые люди, вот старики, да, когда умирают, мне почему-то так кажется. Может быть, я бред сейчас скажу, но как будто для статистики тупо пишут всем корону. Кать, почему-то... не надо так говорить, потому что это сейчас средство массовой информации, мы, и тебя потом могут притянуть за это. Ты же не знаешь, это неподтвержденная фигня, и получается, ты как будто, ну, не надо так говорить. Если тебе кажется, не надо говорить, чтобы не пришли. Ну, как бы, такой совет. Ладно, как к Бузовой относишься, спрашивают. Хорошо отношусь. Она же с Давой, да, сейчас? Парень у нее есть, да? Кстати, знаете, у Басты вышла передача, парень, да, ее. У Басты вышла передача, что-то «Вопрос ребром» или как там, не смотрела? Собирается Баста и, ну, его коллектив, и приходит гость, и они ржут над ним, задают неловкие вопросы, там зрители в зале сидят, чувак отвечает, гость, и если он честно... Они у него спрашивали, как поспать с Бузовой или что? Ну да, такие всякие вопросы, и он, несмотря на то, что очень говорливый парень, но такой искренне приятно было смотреть с ним этот выпуск, вот. В конце концов, я не видела, вот... я видела только этот отрезок. Да, да. Это есть на самом деле. Ну, рады за Олю. Что можно сказать? Рады за Олю. Нужно, чтобы... Каждый человек хочет, чтобы его любили. Я вот не верю в корону. Херня. Пишут. Я не верю в корону, херня. Так. Ну напишу. Вот из-за того, что вот так пишут, потом люди вот так беспечно выходят на улицы, заболевают, и мы до мая, до июня, до июля вот так просидим дома. Пишут, нахрена про корону, давайте песенки частушки спевать. А, та. Кстати, когда совенку поешь, та-ра-ти-ра-ти-та-ри-та, он начинает так прыгать. И та-ра-ти-та-ри-та-ри-та. Это ри-та, тушка, это ри-та. Вот такой вот. Да. Так скучаю, не могу. Только неделю не видела, еще две недели не видеть. Не взять на ручки, не потискать. Ели плаценту? Че? Что за вопрос? Нет. Конечно. Всей семьей. Каждый день сырую пережёвываю. Тигран тебе накинут. Из плаценты делают капсулу. Скоро тренирование будет. Вот кто пишет, карантин до 1 июня продлили? Вот зачем вы это пишете? Не было обращения официального. Пишут, тут это разводят. Креветка, мы не пьяные, мы нормальные, просто веселые. Не обязательно креветка. Бухать для того, чтобы поржать. А, это он пиарится, продавать хочет свои креветосы, я думаю. Юля, привозите мне креветки и заодно мусор вынесите. Где детишки? Детишки в Богородском, я тут. Наверное, будем заканчивать эфир, потому что уже нужно мне посмотреть, узнать, как... Как сегодня мне муж утром показал песню товарища Леонтьева. Что-то меня положили на песок, льют мне в рот... Слышала эту песню? Льют мне в рот ананасовый сок. Кончайте, девчонки, кончайте, что там. Кончайте. Я смотрю... Это старая песня? Ну, какая-то старая. Ну, Леонтьев, конечно, еще хулиганит. Да-да. Я говорю, кончайте, девчонки, эфир. Вот. К тому. Так, Катя, как здоровье? Посмотрите эфир, я обязательно его сохраню. Катя подробно рассказала про свое здоровье. Вот пишет одна, одно и то же, вы правы, одно и то же, одно и то же. Ну, они хотели, наверное, чтобы тут так спали. Мне нравится одно и то же.
Будем прощаться. Я с тобой, Катя, с удовольствием перейду в приват. Будем прощинский. Да. Вот. А с теми, кто любит нас пообсуждать, посравнивать и написать, кто плохой, кто хороший. Для них делаем вот это. Вот просто понимаете, что когда вы пишете мне, что Катя там уродка, а ты классная, или там Кате пишете, что ты красивая, Юля старая, или там уродливая, вы не доставляете удовольствия той, которой вы это пишете. Вы просто раздражаете вот этой глупостью. Неужели вы думаете, что какая-то из нас будет радоваться, если про ее сестру напишут такие гадости? Вы просто показываете свою глупость. И моральное нищенство, ничтожество, когда пытаетесь оскорбить кого-то через комплимент другому. Это прям просто мерзко. Просто вот это, ну, уберите вот, язык, знаете, как на украинской мове насрали и сверху посыпали. Ну, такое, Толомку да? И присыпали, да. Халёсь, вы халёсь. Очень весело было, я рада была тебя видеть. Спасибо, ребята, всем. Я тоже была рада тебя видеть. Видишь, вот такая вот изоляция и одиночество мне дали время даже на это. Ну, терпение. Я не скажу, что я сейчас в своём многодетстве, в многодетности своей. Вот мы сейчас посидели с тобой, пообщались в тишине. Я понимаю, что мое счастье, конечно, в этих всех детках. Но надо отдохнуть, надо поспать. Вот так, ось так, ось. Всем желаю быть отдохнувшими, счастливыми. Вот. Берегите себя. Берегите себя. Не нарушайте, богатыми. Не нарушайте правила, чтобы не заболеть. Всех любим, целуем. Эфир сохраню. Да, эфир будет у Юли. Асанчик, жду тебя в приват. Приват? Ну, позвони. Комната без фонарей. Да, позвони. Позвони мне. Позвони. Все, давайте, всем пока. Недолго. Ой, надо убрать. Подожди, с лица маска сейчас слетит.